Данное видео исключительно в познавательных целях и абсолютно нейтрально. В этом видео посмотрим, как был подбит немецкий леопард. Работали FPV-дроном на оптоволокне. И давайте посмотрим, как это было. Корректировщик обнаружил танк. Леопард штурмует село. Принимают решение отправить FPV-дрон. Он следует за танком на небольшой высоте. В итоге догоняет и бьет в моторный отсек. В это время танк уже прицелился по одной позиции и открыл огонь. Происходит возгорание в моторном отсеке. Экипаж начинает покидать танк. Далее к танку прибывает второй дрон с двумя кумулятивными боеголовками. Дрон тяжелый и двигается медленно. И затем дрон, так же как и первый, бьет в моторный отсек. К леопарду прибывает третий дрон. Возгорание усиливается. Дрон заходит слева. Машина имеет очень хорошую защиту. Танк оснащен противодроновой сетью, а также мощную бортовую динамическую защиту. Дрон долго не может найти уязвимых мест. В итоге видео прекращается. Возможно, леопард был уничтожен. Вот такое видео появилось недавно в сети. Обыкновенные дроны продолжают обнулять очень дорогую и высокотехнологичную технику. А что вы скажете по поводу этого видео? Обязательно напишите свои комментарии. И на этом все. Всем до новых встреч!